Блять, и мы идем, короче, в врата ада. Да убери свою эту хуйню свою, пожалуйста. Потому что она на одном видео всплыла. Вот, и мы идем в врата. У нас тут много девчонок, девочки. Девочки, давайте сюда быстренько все. Давайте, мы входим в эти врата. Вот, смотрите, вот нигде, нигде вы такого... Побежали, девчонки, давайте, вы первые. Раз, круг. Два, круг. А я второй. Вот. Вы, девушка, пожалуйста, побыстрее идите. Ну почему? Дан-дан-дан, проходим врата. И вообще, вот как вы считаете, нормально все? Пусики, нормально у тебя все, малыш мой? Блин, ну ты такая маленькая, миниатюрненькая. Вот. Ну. И прошли мы последние врата. Девочка опять там борьбой занимается. Так, дети, вы рюкзаки все давайте не потеряйте, пожалуйста. Вот, идем дальше. Да ну нахер, мы на Ворошу. Блять, Ворошиловский. Ой, пиздец, там еще. Китас, а где нам туда дальше? На три, мы идем сейчас. Мы идем в преисподнюю, нам похуй куда. Главное, чтобы знали, как надо отвечать. Так, дети, давайте, дети, пешеходный переход, смотрите. Давайте, быстро, пиздуем все. Так, девочка, мальчик с мальчиком, давайте. Давайте, дед, по зеброчке, как учи, как мама. Вот смотрите, вот как мы вот коллега делаем, по зеброчке идем. Идем, вот зеброчка. Вот, смотрите, как не надо делать. Вот, как вот наша маленькая детулька делает, и Сережа. Да, вот. Нам туда. Девочки, вот так вот идем. И это все очень даже хорошо, согласитесь, скорее. Поэтому все так произошло. Да, не очень. Да идите уже. Не очень. Да, что у вас с этим ботинком? Ай! Тихо, ну не шлепать его, миледи. Ой, ой, меня кто-то щипнул. А кто это у нас был? А кто это был у нас? Уйди. Да кто-то сделал? Кто у нас убегает? Уйди, пуски, ты. А кто у нас уроки не учился? А кто у нас математику не сдал, а? Так, улыбайтесь, вас снимает открытая камера. Йоу, и мы сегодня день города, а у нас Ростову, хуй знает сколько лет там. Сколько? Сколько лет? 28. 28. Сколько? Короче, вот. Мы никогда не бросим. Мы, да. Да, главное быть в тренде, потому что если не в тренде, это просто... Ну, печально, все как бы, мы как это все... А? Что? Ага. Ничего. Вот, смотрите, что показывают эти незабываемые люди. Блядь, на самом деле мы все... Да, так, наша пусечка... Не, просто вы, чтобы понимали, в плане пусечка, вот моя рука, вот реально, это... Сейчас можно, пожалуйста, положить? Вот, Влади... Это у нас малышечка вообще, ну просто вот я как бы не знал, вот, селфи если делать. Вот. Ну что могу с ней сделать? Никитосом рядом иди. Вот. Все хорошо. На, Настенька, зайка моя, все будет вообще шоколадить там. Шоколадненько. Вот. И такая вот судьба. Так, Сережа, не пей, блядь, запивку для Джек Дэниелса, блядь. Сука, 50-38 триллионов. Че, сука? Выйди, выдержона, понимаешь? Выдержона. Да. Идем. Идем. 5 минут. Да. Надо нам долго идти, идем. Да. Вот это только могла вот... Девочка, чуть-чуть с интеллектом при гопниках, блядь, задать этот вопрос. Вот так вот. Ладно, короче. Настя, вы как? Это все хорошо. Сережа, вы как? Расскажите.
сейчас на ноги буду наступать, кому-то. Не-не-не, на ноги не на. Но. Короче, подожди, пошли к твоей бабушке. Нет, к твоей бабушке, ну и она. Хочу. Не, бабушку не надо сжигать. Она дома у меня. А? Она блин, я нагнусь просто. А, даже вот что-то это... сильно это высоко, да? А, да, блин, это ты маленькая, блин, да. На, Настя, ну вы просто шедевр миниатюризма. Вот. Вот что застрял. Ну вы, вот. На, Настенька. Вот, и мы идем, Пошла. Су. Да, куда? Что случилось, Юрий? Это хозяин. Ничего. А, Хозяин, да. Чего? Квартиры. Все, там хозяин. Хозяйка квартиры. Комнату кто-то снимает. Блин, ну ничего, такая хозяйка квартиры. Я по ее отхозяю. Так, дамочки. А что так машинка подошла? Ну я не знаю, там хозяйка квартиры. Давайте лазер достроим. Лазер. Все, да, не надо. Хозяйка квартиры ее там. Ну и чё, мы тебя одну ждем, Ань. Значит, вас одну ждем. Идите, давайте сюда, двигайтесь. И так по подиуму аккуратно проходим, и мы снижаем камеру. Так. Походочка, секс, эротика, оргазм. Есть, все, заснято. Пошли дальше. Вот. И, конечно, объект вообще. Странно, объект страсти так, самый. Самый страстный. Что с вами? Короче, а вот этот поход у нас идет с. Вот. Но он еще как бы сулит за себе небольшие нюансы. Что мы так подустали. Серго. Серго, подождите, собираем. Так, ну, так, сюда направляем на все, давайте. Дети, племянницы сюда. Вот. Мы идем, блядь, сейчас через Лас-Вегас, блядь, Серега. Подходите, Лас-Вегас, проходите такие. Мы идем так. Лас-Вегас. Она не сосала. На. Так, я не понял. Ну что это? Что это такое? Шаурмиста. Это просто авах. Нет, девчонки, в шаурму не заходим, мы будем ходить. Не заходим в шаурму нихуя. Тут майонез прибьется. Значит, говорит, что я на голодовку хочу посесть после зрелища. Я тоже. А смотря на Настю, хочется сожрать, блядь, сука, слона. Не поймешь. Дилемма. Так, ладно. Блять, у меня, прикинь, визор еще на ночную съемку. Охуенно. Можно в темноте снимать. Да она в темноте снимает, там визор стоит. Наверное. Такой диодик. Я вижу, что это мыльная, поэтому надо. Сам ты мыльная. Ну ладно, короче, мы это сняли. Это, бля, трэш. Всем. Life in the life. Гусечка, ты как? Все, мы пришли, готовьтесь работать. Пусть. Блин, Настя это шедевр вообще всех женщин. Вот, это я не знаю, как можно такой маленькому шедевру. Тихо, ну не дерем. Да тихо, ну зачем Настю, да, вот, шлепнул, она тебе хромает. Все, тихо, ну не надо баловаться, ну ж взрослые все.
Ладно, все, съемка была. Не надо стесняться. Надо улыбаться. Да, понял, она тебе даст, все, не переживай. Понял? Так, ладно. Все, охуенно, всем до свидания, спасибо. Ставьте дизлайки. Посылайте его YouTube канал нахуй. И в Роспотребнадзор, кстати. Да, да, да. Вот. А то он там охуел немного. Как там, блин. Племяшки, направо. Давай, детки, так, блин. Ладно, все.